Вашингтон, 11 мая, РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Сингапур выбран для места встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном по причине нейтральности и безопасности, сообщил РИА Новости представитель Белого дома. «Безопасность, месторасположение, нейтральность», — сказал чиновник. Он отметил, что саммит может продлиться один день, с возможностью продления. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах сообщил журналистам Кула Белого дома, что пока неизвестно, будут ли Трамп и Ким Чен Ын вести переговоры один на один, или же только в расширенном составе. «Сингапур может обеспечить безопасность обоих президентов», — сказал Шах, ответив, что первая встреча между Китаем и Тайванем прошла именно в Сингапуре. При этом детали саммита по-прежнему предстоит проработать, добавил он. Госсекретарь США Майк Помпео уже дважды побывал в Северной Корее, где встречался с Ким Чен Ыном. В результате переговоров в Пхеньяне были освобождены три гражданина США корейского происхождения, которые около двух лет содержались под стражей. Вместе с госсекретарем они вернулись в Америку. В четверг Трамп написал в Твиттер, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре. Ранее он отверг возможность проведения саммита в демилитаризованной зоне на границе между Южной Кореей и КНДР. Перед этим 22 мая Трамп примет в Вашингтоне президента Южной Кореи.